Что вы делали в номере? Вырезал купоны и жарил твою жену. Земля вызывает ЛМ-22, как слышите? НС-1 — единственная тюрьма строгого режима, где полностью отсутствует физическое и сексуальное насилие и восстание заключенных. А вот и наши клиенты. Впечатляет? Весьма. Оказаться здесь все равно, что попасть в ад. У него пистолет! Несколько часов назад случился инцидент на тюремной станции МС-1. Это восстание. Моя дочь должна была быть там в это время. Выбраться нереально. Можно отправить туда человека, но только одного. Кого? Нахрен мне такой отпуск. Сначала в космос, потом в тюрягу, спасти президентскую дочь, если она жива, и прорваться через армию психов. Шучу, я согласен. Высадка через 3, всем приготовиться. Надо было в универе учиться. Кто тебя послал? Ваш отец. Отец? Он просил что-то передать? Да, мы тебя удочерили. Ты сказал, что этот путь надежный? Ну да, более чем. Это уже лишнее. Мне и спасибо хватит. Гай Пирс. На станции нарушение режима. Пустите нас на борт, или мы будем вынуждены открыть огонь. Вот яблоко, вот ствол. Беседы не затевать, сразу жать на курок. Мэгги Грейс. Напролом. Кто ваш таинственный собеседник? Его зовут Отсоси. Неужели? Да, он азиат.